Мы бегали по Бархану, там песочные были. Горы большие. Выступы, и вот мы на них забирались. Эти тренировки для балаковских спортсменов – уникальный опыт. И получили они его в санатории «Вита» в Анапе. Такой подарок ребятам сделали Дрозд Балакова и компания «Фосагро». Черноморский курорт на 3 недели стал тренировочной базой для тех, кто показывает хорошие спортивные результаты. Причем на море отправились ребята не только из Балакова, но и участники проекта «Дрозд Село». 8 лет уже греко-римская борьба в деревне. Тренер ездит из города 3 раза в неделю. Секция у нас. Вот сын у меня 8 лет занимается борьбой с этим тренером. Начинала работать сейчас. Вот для села это, вот не поверите, для детей такой стимул заниматься спортом. Программа «Дрозд Село» очень активно, как говорится, участвует в моей личной жизни. Первый раз наши дети поехали отдыхать бесплатно, с тренером, с другом он мне поехал. Санаторий «Вита» в Анапе уже несколько лет становится местом проведения ежегодного фестиваля «Дрозд», который объединяет ребят из городов присутствия компании «Фосагро». В этом году он прошел под лозунгом «Нам жизнь дана на добрые дела». Смена была очень насыщенная. Спортсмены готовились сдавать нормы ГТО. Участвовали в мастер-классах, учились плавать на сапсерфах, катались на лошадях, пели, танцевали и получали море положительных эмоций. Все было интересно. Ходили в парки разные. Ну, очень понравилось. Напрягали, конечно, но ничего, справлялись. Запомнилось море. Море, да. Окрепших и загоревших ребят на центральной площади Балакова встречали родители. Ранним утром они отложили свои дела, забыли о работе и с нетерпением ждали туристический автобус. Сообщение в мессенджерах через каждые 10 минут. Градус нетерпения нарастал. Чтобы немного разрядить волнение, директор организации «Дрозд Балакова» Фуркат Амиров сказал несколько приятных слов родителям. Когда ребенок здоровается со всеми подряд, это главная черта правильного воспитания. Позитивные дети, я вот первый раз вижу таких детей, очень позитивные дети. Вы, наверное, родители позитивные. Низкий поклон вам, на самом деле. Огромное спасибо, что правильно вы работали с детьми. И вот, наконец, долгожданный скрип автобусных тормозов, открытие дверей и дети в объятиях родителей. Увидев родных, юные спортсмены сразу же начинали делиться впечатлениями, а их было хоть отбавляй. Экскурсии, общение со сверстниками из других городов, мероприятия с уклоном на национальные традиции нашей страны и, конечно, море. Многие спортсмены оказались на юге впервые, но мамы и папы были за своих детей спокойны. Не боялась, потому что едет с тренером, то есть под крылышко, можно так сказать. То есть сомнений вообще не было никаких. Дети многие теперь загорелись, хотят а можно мы когда-то поедем? Еще, говорю, все в ваших руках, пробуйте, занимайтесь. Яркое завершение лета – это то, что необходимо школьникам перед началом учебного года. И лучшие спортсмены из Дрозд Балакова это заслужили своим трудом. В следующем году ребят ждет новая встреча с друзьями. Море уже зовет.